падения, подножки, мелкие потасовки и удаления. Юные хоккеисты играли быстро и немного агрессивно. Счет открыли гости. Первая шайба оказалась в воротах уже на второй минуте матча. Перенять инициативу саровской команде удалось только в конце первого периода. Он закончился со счетом 1-2 в пользу «Вятки». На зрительских трибунах также было неспокойно. Поддержать юных хоккеистов пришли болельщики обеих команд. Болеем как можем. И горлом, и телом, и голосом. Всякое разное. Нас трое, а вас тут так много сырого. И еще давят очень сильно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так нельзя. Плохо говорят нам. Некрасиво. Наши парни играют отчаянно, молодцы. Судейство, конечно, подводит, но я думаю, что мы выиграем и всех порвем. Во втором периоде соперники не отдавали друг другу преимущество. Он закончился ничьей со счетом 3-3. Второе дыхание у саровской команды открылось уже в последнем отрезке игры. За 6 минут в воротах соперника оказалось 4 шайбы. Последний гол забили гости на 58-й минуте матча. Сегодня до конца старались, боролись, но сопернику повезло где-то чуть больше. Где-то, может, по мастеровите оказались ребята. Дома мы играли с командой, также мы пополам сыграли. Одну выиграли, одну проиграли. Здесь вчера упорная борьба была, по буллитам только выяснили. Ну и сегодня два периода, тоже ничейный счет был, в концовочке немножко провалились. Матч закончился со счетом 7-4. Встреча для саровской команды была принципиальной. Победа помогла обогнать соперника и занять третью строчку в турнирной таблице. Платон Пахрицын хоккеем занимается с 4 лет. Должность капитана иногда бывает очень непростой, признается юный спортсмен. Очень была напряженная игра. Мы сначала первый период очень неплохо сыграли, а в конце их добили. Команда очень хорошая, с ними напряженно играть. На судей нельзя ругаться, а напряженно было всегда. Теперь воспитанники спортивной школы готовятся к встрече с командой «Ичталь» из Ижевска, которая пройдет на нашем льду уже в конце марта. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».